Ну все, мы приехали вместе с котенком. Он поехал к себе домой. И смотрите, что мне подарили с работы. Хотела с вами поделиться. Тюльпанчики желтенькие. Смотрите, какая красота. Это пироженки. В гипермаркете кондитеры делали сами, девчонки. Смотрите, какая прелесть. Вот тут я сейчас только приехала. И думаю, ну пообедали, и надо с чаем капкейки попробовать. Смотрите, какая красотища. Вышла на балкон. У меня ребенок расстроился, что не ему котенка. Представляете, такой, мама, я тоже хочу. Смотрите, какая прелесть. Видите, какие классные, да? Так приятно вообще. Это, ну, день рождения как бы у компании, да, и перед 8 марта. Такой шикарный подарок. Вкусняшки, девчонки. Вот такая вот прелесть. Так что я пошла пить чаек-кофеек, а вы не переключайтесь, мы с вами продолжим с обзором покупочек. Девочки, я вам говорила, что покажу покупки. В Магните в основном продуктовые были покупки, ничего интересного. Я там Вискас взяла, взяла Фанту. Да, мне захотелось вредной водички, я периодически беру или Фанту, или Колу. Но у меня эта бутылка растягивается на неделю, наверное, плюс-минус. Котлетки там взяла, йогурты взяла, молочные эти ломтики Никите. И мне на работе коллеги подарили вот такие вот конфетки. Они в темном шоколаде. В темном шоколаде я обычно не очень люблю, но мне понравились. У меня муж, в принципе, поел, и я, ребенок, естественно, нет. Но я стараюсь поменьше ему сладкого давать так-то. И я решила маме взять такие вот на 8 марта. У меня для нее тостер лежит, я вам показывала. Такой черненький в Магните покупала, и видеообзор тостера у меня тоже на канале есть. Я им пользуюсь каждый день, мне он очень нравится. Так что, кто еще не купил, покупайте, 749 рублей, он по этим, по магнитикам, по наклейкам. В общем, взяла вот такой набор маме, у нее будет тосты, вот этот набор, духи, и я цветочки куплю. Кстати, мне в Магните понравились, знаете, что букеты из гиацинтов, они так потрясающе пахнут. Там есть гиацинты в горшочке, а есть уже срезанный гиацинт, и у некоторых уже видно, что корешочек начинает пускать, поэтому, по-моему, 249 рублей, что ли, не стоит, или 259, не помню. И еще, девчонки, вот сейчас у меня на ногтях, если кто спросит, вот такой вот гельшайн, это Avon. Один из моих любимых оттенков, я уже много раз показывала. И на самом деле, одна из моих подписчиц, Людмила, я вам отвечала в комментариях, какой у меня лак, и вы не смогли его найти в каталоге. Вот он. В предыдущих видео у меня был вот такой вот лак. Это Mineral Crush, который Nail Email, Nail Studio Mark. Раньше они были в таких вот 8-гранных флакончиках. Есть еще у меня синий, есть у меня еще оттенок руби. Они мне очень нравятся. Они на ощупь шершавенькие. Ну, можно, в принципе, топом сверху покрыть и все. Поэтому, Людмила, вот он тот самый лак, про который вы спрашивали. Сейчас в ближайших каталогах я его не видела. Поищите распродажи. Я по распродаже брала его последний раз за 99 рублей. И что я вам еще покажу. Вот, тут долго думала, что же мужу подарить. На 23 февраля я ему, скажем так, починила его кольцо. И, знаете, я не люблю дарить подарки для того, чтобы, ну, для галочки. Праздник, значит, надо что-то подарить. Нет, я лучше без праздника сделаю что-то приятное, но нужное. Поэтому он мне тут намекнул как-то, и я решила подарить. На самом деле, я долго ждала, заказывала я на Wildberries, я долго ждала, когда будет в наличии именно этот размер. Я посмотрела, девочки, это ремень. Вот, ремень мужской. 2064 рубля. Он на скидках, так он дороже. Я взяла 115 сантиметров. И давайте посмотрим. Я его на пункте выдачи открыла, я вам признаюсь. Ну, чтобы посмотреть. Отзывы очень хорошие, там пятерка. Один только отзыв был, что бляшка была, как вот, с царапинкой. Так, смотрите, как все упаковано. JMS Accessories. Здесь вот такая вот бархатная. Видите, как все сделано? Вот такой вот ремешок. Посмотрите. Я мужу уже показала. Вот, потому что, когда я пришла домой с пакетом, у меня сначала туда Милка залезла посмотреть, что же мама купила. Потом Никита полез, что же мама купила. Потом муж полез. Короче говоря, все ревизии провели, но, естественно, я ему показала. Смотрите, здесь у нас вот такая вот бирочка. Сейчас я вам ее тоже покажу. Видите, ремень мужской, 115% натуральную кожу. Вот.
Я не знаю, что это за фирма. Там вариантов очень много, всяких разных на самом деле. Есть намного дешевле, есть и за 900 рублей, и за 1000 с копейками, и за 5, и за 10, конечно, есть. Вот, но смотрите, как сделано. Царапин нет. Здесь у нас прострочено, вот видно, да, что кожа. Кто-то пишет, да ну, это не кожа. Другие пишут, нет, это кожу мы поджигали. Мне понравилось, что тут минимум вот этого всего, потому что он, ну, у меня строго любит, то есть можно и с джинсами носить, и с брюками. За счет того, что здесь у нас такое крепление, можно легко укоротить его. Да, смотрите, как прострочено. Прострочено, по-моему, нормально. Вот, и здесь, ну, я запуталась в этой веревке. Ёпарисеты. Короче, я запуталась, девочки. Так. Сейчас он еще и длинный. Собак страшная. Сейчас я палец вытащу оттуда. Все, я освобождена. Вот, смотрите. С этой стороны у нас, ну, точно как бы кожа. С этой стороны с внутренней. Но здесь, может быть, и нет. Но там они описывают. Он, видите, двухслойный. Там они описывают, из чего это сделано. Смотрите, как шов. Все обработано. Скрипит. Ну, сейчас, в принципе, кстати, такое качество и эко-кожи изменителю, что можно, конечно, и лохануться в этом плане. Ну, я ему вроде понравилось, я надеюсь, что он будет носить. 35-350, это не знаю, что это такое значит. 115, это вот у нас длина ремня, это надо мерить обязательно. Вот, GMS Collection. Хорошо, что это внутри, а не снаружи. Вот такие вот совсем небольшие покупочки. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Если нужно будет, девчонки, напишите мне в комментариях, я вам скину артикул, какой именно я заказывала, посмотрите. Там отзывы реально хорошие, ну и какашку дарить не хочется, естественно. Мужу дарю, он такой, в честь чего? Я говорю, да просто так. Да, я говорю, да. Ну, я на самом деле люблю делать приятные, поэтому вот такой приятный для него сюрприз будет. Вот. А вы дарите своему мужу такие вот вещи? Ну, я считаю, что там носки и всякую такую вот лабуду, бритву, это, конечно, не подарок, вот, а ремень, в принципе, если он хороший, кожаный, фирменный, то почему бы и нет, просто так вот сделать приятное. Вот, тем более сегодня 7 марта, он такой на меня посмотрел, я говорю, нет, это к 8 марта вообще никак не привязано, просто я вот решила сделать приятное. Да он ушел долго, если бы он пришел бы раньше, я подарила бы раньше, ну, позже, так позже, что теперь, все равно ему надо, все равно он будет покупать. А тут вот вроде как очень приятненько. Вот. Девчоночки, я с вами буду прощаться. Завтра, постараюсь завтра запустить ролик 8 марта, чтобы, ну, у вас у всех было хорошее настроение. Я вас поздравляю с нашим женским днем. Я желаю вам настоящего женского счастья. Я желаю вам крепкого здоровья. И я желаю исполнения всех ваших заветных желаний, исполнения задуманного. Океан счастья, море любви. Девчонки, любите себя и будьте любимы. Любимыми. Вот так вот. От души вас поздравляю и желаю вам всего самого-самого наилучшего. Берегите себя. Еще раз вас с 8 марта. Пока-пока.